Всем привет, снова я и Dentures and Demons. Так я и не понял, почему. Почему не проваливается? Кто объяснит? Ну, прыгай. Что ему может помочь? Слушай, я больше не знаю. Да прыгай ты. Не пойму причину, и чё? Чё он уперся? Это брак игры или чё? Или что-то надо ещё сделать. В чем причина, кто объяснит? Куда ты идешь, сдаешься, я не знаю, что делать. Это не сложно, просто прыгай. Но ведь здесь нет кнопки прыжка. Это баг. Просто встань и прыгни. Ты так и не понял? Ладно, я тебе помогу. Вот где прикол. А-а-а. Ух ты. Да. Ты столкнул меня, сволочь. Технически я просто прошел через тебя. Ты вошел в меня? Нет, ты чего? Я ведь не дилду. Я почти привык к темноте. Гррр. Что, что это было? Стой, я сейчас проверю. Жух, улетел. Так, не волнуйся. Не волноваться. Я спокоен. Отлично, это самый лучший способ встретить собственную смерть. Понятно. Затолкай меня назад в эту дыру. Боюсь, что это я не могу этого сделать. А все эти разговоры про дырку становятся слишком двусмысленными. Есть хорошая новость и плохая. С какой начинаем? Давай с плохой. С плохой. Здесь большой и кровожадный демон, и тебе надо от него избавиться. Хорошая новость. С хорошей. Ты достиг самого центра первого проклятого беста, и ты очень близко к реликвии. Почему у меня такое чувство, что ты сейчас оставишь меня одного? Потому что именно так и поступлю. Призракам нельзя подходить близко к демонам, меня просто дезориентирует. Но как мне победить демона одному? Без понятия удачи. Ты очень помог, спасибо. Оно приближается. Беги, пук, беги. Гррр.
Game over, понятно. Понятно. Нет, как-то не так. За статуей прятаться. Ну что, демон, хочешь кусочек меня? Он застрял. Быстрее, Пок, сделай что-то. Сделать. Что у меня есть? Сыр. Я хочу, чтобы он дозрел. Понятно. Лопата. Давай без этого. Ок. Вентиль. Леденец. Я не хочу, чтобы он прилип. А что я могу сделать? Я могу удрать. Кинжал. Опа. Получай, чудище. Смотри, наверное, это реликвия. Что это? Стальная челюсть. Теперь я понял. Все реликвии это... Вставные челюсти сектантов. Ты только что победил демоническую форму Анеклето Рхагада. Челюсти и демоны, теперь смысл понятен. Отлично, Пук. Тимми, постой. Что? Я хочу кое-что спросить. Конечно, валяй. Что произошло после того случая... В особняке с привидениями 15 лет назад. Почему вы разошлись? Как ты понял, в тот наркотический трип. Я удивлен, что ты все это знаешь. Грустно об этом вспоминать, хотя я уже и умер. Знаешь, все мы изменились в тот день. Мы не могли оставаться вместе, не думая об этом. Мы были лучшими друзьями, бандой. Я даже не заметил, что изолируюсь от них. Один в своем мире, в своих мыслях. В семье начались проблемы. Моя жизнь дома превратилась в кошмар. Мне необходимо было найти выход из всего этого. Мадюк. Но мои друзья уже выросли, жили своей жизнью, в которой мне не было места. Когда ты один, очень легко встать на скользкую дорожку. Я виню Рхагада. Он уничтожил что-то очень сокровенное. Мне жаль, что так вышло, Тимми. Вот такие вот. Аж музычка такая. Опача. Какого ху? В память о детективе Пук. Бесконечно благодарны... За его службу нашему городу. В смысле нет смысла? В этом нет смысла, блин. Ладно, что-то я вообще... Чита моё. Джуниор, ребята. Что произошло? Надеюсь, у тебя был хороший повод нас позвать. Ведь я почти за
валил ту цыпочку из склепа. «Тимми, ты большой извращенец. Эй, 2000 лет. Ей. Зато она опытная, чувак». В плетении паутин. А еще она настоящая мумия. «Эй, что за лицо? Нудист?» Увидел призрака. «Это статуя. Это груда камней. Неважно, я должен быть... Я должно быть устал. Уверен, зови, если нужна помощь». Тут ключик. Тут ключ. Отель Палаццо, номер 666. А что это у меня с кладбище? Фин. Не, я могу еще заходить туда. Так, ладно, идем к палаццо. Ищем 666. Так, второй акт. Судьба Адельмо и Гвинет номер 666. Че, как там ее Гвинет? Посетители... А, простите, но вы должны быть постояльцем, чтобы ходить здесь. Таковы правила. Так, это когда-то уже было. Вот заноза. Простите, боюсь, я не расслышал. Просто мысли вслух. Но у меня есть ключ прямо здесь, в моем кармане. Тогда покажите мне его. При том, что я 3 раза с разными ключами приходил. Смотрите, я гость из номера 666. Это очень интересно. Мы поменяли систему нумерации 50 лет назад. Номера начинаются с цифры 6. Больше не существует. Они были немного прокляты. Прокляты? Что ж, скажем так. Приятно видеть вас еще живым и здоровым. Приятного времяпрепровождения и удачи в поиске комнаты. А я пока что приготовлю ваш счет. За 50 лет, да? Так. Несколько часов спустя. Я посмотрел весь отель, где же номер 666. И что со светом? Почему лампочки во всех хоррор-играх такие хреновые? Логично. Надо, наверное, ко всем проверять. Я, наверное, мог бы найти отверстие, чтобы воткнуть ключ, но я не хочу быть навязчивым. Наверное, там, если звук идет, то может и оно. Ну. А что это за хрень? Тараканы? Войти? О чем я думал? Что я хочу там найти? Демона? Гнилое тело, растерзанные орды тараканов. Боже, мне уже плохо. Дышать тяжко. Здесь что-то есть в темноте. Какого хрена? Таракан? Ну, не на русском. Хола! Гринго! Привет! Я запутался. Ты что, большой таракан? Меня зовут Баг. Ты только что нашел большой баг в игре. Это идти юмор. Можешь не смеяться. Я слишком шокирован. Достижение открыто. Ну, это не сильно скрыто было, поэтому такое себе.
Эй, сладкий, привет, Тоня. Почему ты висишь вверх ногами? Почему ты висишь вверх ногами? Два раза что-то не понял я. Возможно, ты против альтернативных. А что? Ой, нет, я не об этом. Расслабься, я просто стебаюсь. Но тебе стоит изменить свой взгляд на вещи. Это номер 999. Логично. Ты что, еще не понял? Просто смени перспективу. Ладно, я тебе помогу. Оу. Вот и номер 666. Так, и на этой великолепной ноте. Или мы зайдем? Давай зайдем. Или нет, не зайдем. Время поджимает. Спасибочки, что были со мной. Делаем перерывчик. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь, ставьте лайки. А также переходите на мой второй канал Spike Vita, Боги, Боги, Пародии и много чего интересного. Всем бобров!